Всем привет, с вами Прием. Сегодня рассмотрим осады древних богов. Это осады, определенные нападения, скажем так, те, которые мы уже могли видеть в Легионе, атаки Легиона тому пример, и в БФА, атаки Орды, Альянса на какой-либо континент, тоже весьма неплохой пример. В обновлении 8.3 аналогично почти все так же реализовано. Нападения будут идти либо на Вечно Цветущий Дол, либо на Ульду. Все они имеют какой-то срок действия, какие-то, наверное, свои уникальные награды и все такое прочее. Если мы подлетим к Вечно Цветущему Долу, мы увидим то, что он прекрасен, все хорошо, видно, что статуи построены вновь, нету огромных каких-то гоблинских карьеров после осады Аргримара, и предшествующие различные события тоже были убраны, ну, в виде раскопки, сердца и шараджа и всего такого прочего. Но как только мы уже влетим в зону Вечно Цветущего Дола, мы увидим небольшие изменения, а именно то, что начинают прорисовываться различные текстуры, различные монументы, небо становится очень темное, то есть сумерки такие темные прорисованы, видимость снижена, само собой, то есть видно, что порча Нзота постаралась прям как надо. И есть на карте различные дейлики, скорее всего. То есть, ну, получается, квесты, которые можно взять лишь только в тот момент, когда мы находимся в зоне этого события. Также видно, что здесь у нас находится вход в рейд, в Ниалоту. Это весьма интересное место для входа в рейд. Ну да ладно. Посмотрим первый дейлик. Что он даст нам? Первый дейлик дает Чидзы. Нам нужно убить Око Империи 6 штучек. За это мы получим немножко Азерита, Галдишки, а также Коулескинг Visions. Это самый обычный сгусток видения. Объединим 100 штук и получим сосуд кошмарных видений. Для чего он нужен, я думаю, разберемся. Начнем вычищать локацию, получим тайник Темной Империи. Ну, я думаю, можно ускорить весь процесс зачистки, и я начну уже потихоньку. Ой-ой-ой, что это такое интересное? Надо попробовать еще разок. Ну-ка. Так, и что? Щупальца. Очищение. Я могу находиться тут достаточно долго. То есть тут всего лишь наносится 8к урона раз в 3 секунды. То есть это вообще, можно сказать, не дэмэдж. Но вот только непонятно, что мне тут нужно делать. А, нужно просто сделать очищение к одному из сгустков, и можно получить 15%. Так, еще один интересный дейлик. Посмотрим, что он нам дает. Нам нужно убить 8 подчиненного Ихора, и по итогу получим 4 сгустка. Окей, типа, это все равно мобы, которые киляются. Которые киляются в большом количестве. Кстати, что заметил интересное, то что просто убивая маленьких мобов, можно на самом-то деле весьма неплохо полосу заполнить. То есть, убивая больших мобов, как-то слишком медленно она накапливается. А вот за маленьких мобов прям как надо. То есть примерно по проценту, там по 0,5% за каждого мобца. Но это идеально. Чем убивать большого, у которого хпшки раз в 20 больше, но по итогу процента меньше получишь. Сундучок какой-то даже есть, надо будет сейчас открыть его, глянуть, что там. Наверное, там сгустки будут, я так думаю. Те, которые даются по заданиям. Скорее всего, да. А, вот только проблема, он уже пропал. Весьма забавно, потому что только что он был здесь.
сгустки являются итемами, то есть это никакая не валюта, и они будут занимать место в сумке. Так что заранее с целью того, чтобы просто-напросто они нормально дались вам за квест, чтобы вы нормально сдали этот квест и вообще все было хорошо, лучше место освободить. Изначально я подумал, то, что это Алани летает, ну, тот рарник, который в Вечно Цветущем Доле. А оказывается, это просто Юйлун патрулирует. Ну, могла бы и помочь. Будет забавно видеть, если кто-то какая-то на этом рарнике вайпнется, умрет, улетит с платформы. Ну, ничего полезного не упало, просто озерит и все. Скорее всего, два этих взятых квеста у помощника Черного Принца просто делаются в отдельном мире. Это по типу башни магов от 1 до 5 человек. Интересная весьма механика у нее будет, скорее всего. Ох ты, сундучок. Я что, сундучок наконец-то вскрою? Быть такого не может. Да, как я и говорил, сгустки. Ну, я думаю, они полезны. О, кстати, Раден. Интересно, что же он тут делает? Мы, видите ли, ему мешаем и нарушаем покой его единения. Одно лишь только непонятно, где я могу взять третий дейлик. Надо бы тоже взять его, получить валюту за просто так, просто наполняя полосу задачи. Это было бы приятно. Ну, по идее, где-то здесь, но что-то как-то непонятно. Ладно, набью 5% просто так, без выполненного третьего задания. Все готово, и в завершении задачи нужно просто убить Вилракса. А где он находится? Мне никакую марку не дали насчет этого. Это же очень странно. А нет, есть небольшая стрелочка, вот он находится, Вилракс. А вот и вход в рейд, кстати. То есть обычный самый обелиск, в который можно войти. Забавно. Я вот думаю сейчас, спускаясь в эти недра, я вообще правильно иду. Ну, я надеюсь, то, что да. Как бы источник силы, наверное. Из этого источника силы Вилракс, который является командиром этого нападения, черпает силу себе, ну, если так основываться немножко на всякий лор и что-либо прочее. Ну все, получается, событие завершено. Об этом нам Харенгель истории Чо рассказывает. Так, а можно ли там выйти, интересно? Надо проверить, почему бы и нет. Все-таки это тестовый игровой мир. Мы тут все абсолютно тестим. Что с тайника упадет, интересно? Так, 150 отголосков, 415-я вещица и 50 видений. Ну, неплохо, неплохо. 415-е сапоги для, например, какого-то твинка. Я думаю, это вообще будет прекрасно. То есть, не особо-то такое тяжелое нападение, просто ауешишь каких-либо маленьких мопцов, далее убиваешь того большого мопца с 2 300 000 хп, и все. Так, а тут стена, да? Грустно приходится тогда выбегать отсюда. Не, ну можно, конечно, портнуться, но не хочу покидать такую красивую локацию с прекраснейшей картой. Скорее всего, с целью того, чтобы реализовать абсолютно всю валюту, которую мне дали, ну, ее чуть-чуть, это отголоски забвения, и с целью того, чтобы реализовать сгустки видения, а точнее сосуды кошмарных видений, нужно попасть в Вечно Сумеречный Дол. Но с целью того, чтобы в него попасть, нужен плащ Черного Принца. То есть, просто кликнув и увидев требования, пишется, что... requires item, shroud of resolve. Скорее всего, нужен просто плащик, который дается за квестлайн, который стартанет в будущем. Так как это контент ПТРа,
и все еще абсолютно тестится, абсолютно все еще наполняется и дополняется на текущий момент времени. Вот такое вот прекрасное событие, именно нападение Нзота в вечно цветущем доле. На текущий момент, ну, достаточно, в принципе, интересный, как писали разработчики, то, что они взяли все самое лучшее из всех ранее введенных нападений. То есть, есть рарники, есть сундучки, есть дейлики, квесты различные. Ну, в целом, неплохо, то есть, побегать, пофармить какую-то валюту, пофармить эти сгустки будет весьма полезно, приятно. А также и реагенты всякие различные, например, это мясо нужно для кулинарии, плюс шмот для твинков. К тому же эти ступни, они являются боешными. То есть это просто-напросто боешные ступни 415 итем левела. Понимаете, насколько сильно крафты упадут в цене после всего такого? Ну, старые различные. Вот, задумайтесь об этом. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Не забывайте про ссылочки в описании. До скорого.